Заходи и подписывайся на канал Нямки. Автор выпускает актуальные на сегодняшний день видео, к примеру, как собрать дешевый игровой компьютер и обзоры на некоторые комплектующие. А также парень начал выпускать различные новости о грядущих новинках. Ссылочка в описании. Вот это круто, вот это сейчас круто будет. Чё крутого? Это же я проигрываю, да? Не-не-не-не-не, я это прохожу, я это прохожу. Я это просто прохожу с первой попытки. А я не прохожу. Ай! Да! Взял чё. Всем воздузис, ребята, с вами Кузаках. Да. Кузака, Диско и Хайпер, и у нас сегодня гоночки в GTA 5. Ты ведь такой сначала сказал. Да. Ты сначала с вами Кузак и забыл такое, что с тобой еще два человека. Да, привет, дорогие друзья. Да, я не знал, кого быстрее называют, Хайпера или Дискача. Вот. Ты давай без моего багета там как-нибудь. Воу! Вот без твоего обошелся, спасибо, да. Нормально. Ой, меня перевернул пацан дико просто. Да, ребята, у нас гоночки, я забыл это сказать, или уже кто-то сказал. Догадались, если честно. Да, уже все догадались. О, тут рампа, рампа, ребят, классно. Так, ну офигеть, как ты тут подлетел. Я прям за вами, я вас прям вижу. Прям. Кстати, а кто за мной сейчас едет? Я. А, Диска. Я еще лечу, я еще лечу прям на крышу Улети Диско. Куда-нибудь. Не, спасибо, не хочу. Опа. Заносит на песке. О, все, отлично, я почти... Да, почти, конечно. Почти догнал Дискача. Че, здесь такие зарампы дикие? Нет, какое на дерево? Все, минус Хайпер, минус Хайпер. И я в дерево, да ладно. Он меня обогнал. А я прям в дерево, и мне еще пацан... Нет, зачем ты тогда? Я не специально, чел, я поворачивал, честное слово, я просто так не подрезаю никого не специально. Чувак, ну что ты делаешь, чтоб тебе за ногу? Я тебя тамщу, брат. Все. Все, я, блин, просто на третью позицию хорошо отошел. А здесь будет какой-нибудь у нас вулрайдик-то мощный такой, прям мощный? Там был при старте вот сзади нас вулрайд. Да, я что-то тоже... Ух ты, нихрена себе задел что-то. Пошел в жопу. Так, надеюсь, вы там побьетесь, я вас догоню хотя бы на немножко. Ой, я подумал, сейчас там... О, диско, диско, привет, все. Тупой пень, я в пень врезался. Тупой пень. Это прям как выражение, тупой пень, да? О, вот он, мощный уллрайд просто. Да, просто самый мощный топовый уллрайд, да. Стоп, а как... Я не понял, ребят, у нас написано круг 2 из 4, хотя мы по уллрайду один раз проехали. Так, диско... Да что его? Диско, сколько здесь кругов-то у нас? 4. Пошли. Так, ладно, все, про диску забыли, теперь Хайпер главная задача, да, все. Отлично. Ой, как Хайпера прилетели прямо на ступеньки, да. Ну что, Хайпер, ты готов проиграть сейчас? Я тебя не бери мой воздушный пакет, ты плохой мальчик. Я в воздухе взял воздушный карман и влетел в тебя. Серьезно? Капец, и перевернулся, не взял контрольную точку. Так же, как я в диску. Все, первая позиция. Да, вы оторвались. Ты так раньше времени не радуйся. Да я уже радуюсь, спасибо. Вы столкнулись. Придурок, вот видишь, дорадовался. Ах ты собака, иди сюда. Ой, слишком высоко. О. И не будь тоже радостным, я сейчас тебя догоню. Я так, как я не проехал первый раз по волрайду. Ё-моё, меня пацан просто взял и вытолкнул специально. Ну, спасибо тебе большое, хотя он... Да ты дерьмо, пацан, или скажи мне, или ты не дерьмо? Человек, он человек. Алекс, блин, позитивный. Ой, меня чуть бы не сторонили. Да. Главное, что не пессимистичный. Уже каких нету Алексов, да? Я не понимаю, когда финиш, мы уже миллион кругов. Мы серьезно, такая тупая гонка и столько миллион кругов, вот серьезно, прям миллиард. Мне вот, мне вот, здесь хейтеры мои, а вот они постоянно меня... Так, и сколько там контрольных точек осталось? Добрейший вечерочек, ребята. Я увидел сейчас. И меня подрезали. Диска, диска, диска. Что-то вы жестко от меня отстаете, ой. Ну, у нас здесь своя почти борьба, но еще не борьба. Проезжай, пацан, быстрее, быстрее, быстрее. Так. О, я все придумал. Все, финиш, ребят. Сейчас нет, будет. Только не в пальму, только не в пальму. Ой, все, ребята. Только не в пальму, да почему именно? А, нет, не в пальму, не в пальму. Офигенно. Нет, парень, он меня бортанул. Ты че там? Отлично. Алекс, и ты мне уже второй раз. Что? Хэштег Алекс глупой идиот, вот. Все. Черт, а я... Вот, финиш, да. Да, я, значит, в конце проиграл, это лол. Вторая позиция, ребята, просто люсик. Ребята, вторая гоночка началась у нас, да. Да, вторая хайпер, гоночка, ребята. Молниеносный хайпер. А, у нас теперь спорткара вместо суперкаров, так что мы будем тащить. Это очень круто. Разнообразие. Да. Ух ты, у всех такие разные тачки. Где у нас Влад стоит? У него... У меня... Да почему не... А, это та машина из самой необычной гонки или какая-то у тебя там? Ой, у меня еще... Спасибо, блин! Просто спасибо, именно меня подрезают эти твари.
Вот за что? Именно меня как будто знают. Что ты такая плохая? Надо менять голубой цвет. Я вообще никого не трогал. Алекс, я тебя отомщу. Вот так тебе и надо, Алекс, все. Нет, непривычно скорость такая, небольшая. Да-да-да, она прям непривычно разгоняется и необычно тормозит как-то. О. Зря эту машину поставил. Ой-ой-ой, вот это я баран. Что здесь? Здесь какие-то обломки. О, Влад там где-то ползает карапузиком. Так. Ой, здесь на главную дорогу прям выезжаем, круто. Ну это не обычно, ты понимаешь, у меня машина вообще ГМО. ГМО. Я третий раз прошу, может, услышать у нас гонки по кругу. Да ладно, просто да ладно. Да ладно, я не долетел. Они меня отказываются слушать. Да. А так что, Влад? Четвертый раз, у нас гонка по кругу или от точки до точки? А ты посмотри, там текущий круг написано, значит, текущий круг, значит, здесь круги. Логично, логично. Ой, ой. Владик, хороший билет. Я сам упал, гадемя. А, все, я, ребят, проиграю. Да, блин, вот это круто, вот это сейчас круто будет. Че крутого, это что, я проигрываю, да? Не-не-не-не-не, я это прохожу, я это просто прохожу с первой попытки. А я не прохожу. Да, взял чекпоинт. У меня просто машина не додувает. Да ладно, просто якубовичная серия. Кузак обходит вас. Хайпер там застрял. Серьезно, ты еще не прошел ее? Сейчас да буду я сейчас... в шоке, если я ее с первого раза пройду. Ну я Волрайт это сейчас почти. Да, сумочка квадратная, да, блин, из Майнкрафта. Что? Я уже возле чекпоинта был. Я там тоже рядом с чекпоинтом слетел, когда. Так, все. Настраиваем наши скиллы на полную мощность. Погнали. Надо кузаку догнать. Ее заносят как жестко. Да! Нет! Ты что наделал? Лол, чувак, серьезно. Кузак упал, мне есть шанс догнать. Я врезался в какую-то неподвижную карту. Хайбер, что ты такой... Говножавый. Такой медленный, просто медленный. Такой же, как на YouTube прирост. Пошел в жопу, это моя машина такая. Вот это было обидно, если честно. Я бы обиделся. Да, у тебя высокий прирост выше всех. Да, это финиш на первой позиции. Ты финишировал, гаддамит. Гаддамит. Итак, дорогие друзья, у нас третья гонка. Да, ребята, третья гонка. Все взяли Зенторна, и сейчас у нас будет, по идее, очень сложный и потный Волрайт. Да. О, нет, не у всех Зенторна, кто-то отличился, взяв Т-20. Я... Спокойно. Я ни в одной не сделал быстрый старт. Спасибо, Хайпермастер, ты самый лучший человек в мире. Да я просто затормозил, и ты своей жопой здесь все написал. Да. Ну ладно, я за Мехатак поеду. Мы с Мехатак в тиме, если что-то. Все дела. Мехатак меня никогда не подводил. Ну все, он начинается так быстро, этот Волрайт. Офигеть, ребята. Так, ладно, я поехал. F1 нажимай. Я тоже еду. Пипец, я просто сразу поехал, хорошо-то как? Как хорошо-то сразу поехал. Воу! Офигеть, что происходит? Что происходит? Просто меня переворачивает на другую рампу. Давай, переворачивайся просто. Сам, нет, я... Стоп, не падай. Я не выжил. А я сейчас пройду с первого раза. Лол, чуваки, просто, я не знал, что там она не толкает. Лол, просто лол. Так. Это просто офигеть, она идет по зданию, потом из здания... Еще крутится? Еще в здание в какое-то. Ну так, бам! Да ладно, я тупой даун, я не прошел. Так, ну все, я считаю, прошел. Так, вот. Я запрыгнул. Отлично, я прошел ее вроде. Вроде бы прошел. Ебес! Моя смекалка просто сработала. Все. Как? Объясни, как это сделать? Просто в них вообще не врезайся, сверху пройди, и ты как-то натурально. Да, вот так вот проходи. Да. А я люблю свои родины. Мне самому там надо было. Казахстан ты любишь, да. Стой, не падай. Все, Хайпер, ну, давай, подожди меня, давай вместе начнем проходить эту рампу. Я смог. Казахи не ждут. Ура. Я тебя прирол сделал. Ура. Так, ладно, это, ура. Едь сюда. Есть. Давай, все, я еду. Хорошо. Вот ты сейчас честно говоришь, да? Я честно тебе говорю. Вот если ты сейчас не сдерживаешь, то ты вообще девка. Разборки у нас тут. Ладно, я сделаю тебе прирол, так уж и быть. Когда-нибудь сделаю. Девка. Да не, я сказал, когда-нибудь сделаю. Вот, все. Я поехал. Во, ты будешь еврей, понял? Еврей, прикольное имя. Так, я уже почти прошел с первой попытки. Тут два круга, я-то думал, Ну я тоже прошел. Я тоже прошел, офигеть, первая позиция, ребята. Это вообще, ну конечно, если бы я не затормозил, то... Я только к ней подъезжаю. Да. Ребята, он мне прилоп...
Не-не-не, ты меня вгонишь, я знаю. Мне лишние люди не помешают, на самом деле. В смысле? А, не намекай, даже не намекай, я тебя банул, все. Ты тёлка. Хэштег хайпер тёлка, вот, все. Это первая позиция, ребята, да. Хэштег хайпер... Хайпер, да, хайпер. Ой, капец, у меня... Я все, следим за дискачом. Ладно, ребят, спасибо за просмотр. С вами был Диско, Кузак и Хайпер. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх. Также не забудьте подписаться на наши каналы. Ссылочки будут в описании. Вот я дебил, я это уже сказал. А мы желаем всем хорошего настроения. Всем удачи, всем пока. Всем пока, ребята.